Вместо одной мазутной – две модульных. В Индии завершают монтаж блочно-модульных котельных. Это передвижные котельные полной заводской готовности, предназначенные для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Основные преимущества перед мазутной – мобильность и экономичность. Разнесли эти котельные по городу с учетом сокращения тепловых сетей для того, чтобы избежать потерь, вот, добиться максимального экономического эффекта и надежности теплоснабжения. Вот. А вообще на территории Ульяновской области корпорация развития коммунального комплекса является доминирующей компанией по представлению тепловой энергии. То есть мы уже находимся практически во всех муниципальных образованиях. Ну вот, дошла очередь и до Инза. Мазутная котельная всегда выделялась своими столбами черного дыма из трубопровода. Местные жители рассказывают, что место, где работала мазутная котельная, называли «черной куртки» из-за детей, которые играли рядом. Мазутные выхлопы оседали черным грунтом на куртках и их ничем не могли отстирать. Сейчас же старая котельная не функционирует, и на память из нее хотят сделать небольшой музей. Планируется взять 14 котельных. Вот, они все уже будут на газе. То есть подготовить район в кратчайшие сроки к отопительному сезону и зайти и успешно пройти его. Корпорация развития коммунального комплекса заходит в Инзу как теплоснабжающая организация и будет предоставлять услуги жилым домам и учреждениям соцсферы. После установки новых котельных предстоит провести все необходимые коммуникации к ним. Работы завершат до начала отопительного сезона. Илья Михно, Герман Баранов, Управда ТВ.